Всем привет! С вами Videoshopper.ru. Говорят, человек может смотреть бесконечно на три вещи – огонь, воду и новые необычные гаджеты. Прогресс не только стремится вперед, но и по ходу движения выстраивает хитрые переплетения, тем самым порождая все более интересные устройства. Не все из них делают жизнь проще, но веселее уж точно делает. Итак, сегодня мы рассмотрим несколько интересных гаджетов, которые вы, скорее всего, захотите в свою коллекцию. Начнем с легенького. Grassy Lawn Charging Station. Иначе говоря, травяная зарядная станция. Никакой сверхтехнологичности здесь нет. По сути, это пластиковый лоток с искусственной травой наверху. Но зато он может избавить вас от разбросанных по всему дому или офису зарядников и удобно организовать их. А еще он придаст помещению уюта. Все, что вам нужно сделать, это пропустить провод через основание лотка и вывести их наверх. А поскольку гаджеты можно удобно опереть на траву, травяная зарядка будет играть роль док-станции. Стоит такая штуковина 25 баксов. Следующий гаджет особенно понравится любителям рыбалки. Fishing Fun Cam. Это высокотехнологичное устройство, которое способно удовлетворить любопытство рыболова. Представляет из себя он умный поплавок, который весит 46 грамм и оснащен компактной видеокамерой, благодаря которой рыбак получает уникальную возможность посмотреть и записать на видео высокой четкости все события, происходящие в водной толще в месте заброса. Теперь становится возможным проверить состояние наживки на крючке, оценить эффективность приманки, наконец, наблюдать за проплывающей мимо и подплывающей к крючку рыбой. Fishing Fun Cam – влагозащищенное устройство, комплектуемое АА-батарейкой, обеспечивающее возможность непрерывной съемки в течение 2 часов. А изучить происходящее под морской или речной гладью в подробностях можно, сохранив видеофайл на встроенной в поплавок карте microSD емкостью до 32 гигабайт. Подключается Fishing Fun Cam по Wi-Fi в радиусе 100 метров. Такой поплавок может оказаться незаменимым в арсенале любителей ловли спиннингом или нахлыстом. Цена вопроса – $77. Едем дальше. Handy Case. Это весьма необычное устройство. С виду Handy Case похож на обычную накладку для iPad. Но не тут-то было. Устройство создает новый способ взаимодействия с планшетом с помощью пальцев, которые фактически находятся за экраном. Как это работает? Handy Case имеет множество датчиков, которые могут распознать все ваши 8 пальцев. И когда вы касаетесь накладки, экран воспроизводит их, создавая эффект прозрачности. То есть вы как будто видите свои пальцы сквозь планшет и при этом можете управлять тем, что происходит на экране. Таким образом, вам не нужно постоянно взаимодействовать с передним экраном, перекрывая часть изображения. К тому же это уменьшит нагрузку на руки, так как вам больше не нужно держать планшет одной рукой, чтобы манипулировать второй или тянуться большими пальцами. Крепится Handy Case как обычная накладка и совсем не сильно утолщает планшет, фактически как и любая другая накладка. И как любая накладка, Handy Case защищает устройство. Цена такого чудо-устройства составит $99. И последний на сегодня гаджет, но самый забавный. Фактически это аналог легендарного робота Сферо, но выглядит он точно так, как дроид BB-8 из последнего фильма саги «Звездные войны». Дроид BB-8 имеет много интересных функций. Например, он может реагировать на ваши голосовые команды или имитировать голографическую связь. Или можете предоставить его самому себе, и он будет патрулировать дом. Кроме того, робот имеет адаптивный характер, и чем больше вы с ним взаимодействуете, тем больше он будет учиться. Но главная особенность дроида в том, что он может двигаться и вести себя точно так же, как оригинальный BB-8 из «Звездных войн». Гироскопические двигатели обеспечивают ему устойчивость, и со стороны его поведение кажется волшебством. BB-8 полностью беспроводной и имеет зарядную базу, куда его можно просто установить, и он тут же начнет зарядку. Подключается дроид по Bluetooth. Совместим как с Android, так и с iOS. Дальность управления 300 метров. На одном заряде дроид может проехать до часа. Сегодня на этом все. С вами был Videoshopper.ru.